Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. И сегодня я особо хочу обратиться к детворе. Здравствуйте, детки! Совсем скоро, аж целых три, я уверен, ваших любимых праздника. 1 июня – День защиты детей. 4-го – День невинных детей, жертв агрессии. И 16-го – День защиты детей Африки. От кого же взрослые все время защищают деток? Ну, конечно же, от самих себя. От пап и мам, от дядь и теть, от дедушек и бабушек. И от прочих садистов и педофилов. Не от крокодилов же, детки, защищать вас. Крокодилов самих спасать надо от разных креативных взрослых. И к этим праздникам я подготовил вам пару песен, одну из которых спою 1 июня. Я назвал эту песенку «Как умного узнать?». Хотел назвать «Как подлого узнать?», но об этом в следующий раз. Так что подписывайтесь, детки, чтобы пораньше узнавать от дяди Сережи, как устроен этот прекрасный мир.